общем-то, солнце нам не помеха. Тема у нас сегодня очень интересная. Мы поговорим во всех аспектах маркетинга, продаж и всех возможных инструментов, которые помогут банкам, микрофинансовым компаниям расти. Поэтому все наши коллеги подтягиваются. Я думаю, что мы можем считать нашу конференцию открытой. У нас мы очень ждали представителя ВТБ-24, он тоже опаздывает. У нас предполагалась такая интересная нестандартная пленарка, ну то есть пленарное заседание. Мы хотели сделать небольшой такой блиц-опрос наших экспертов, которые, в общем-то, каждый в своем лице представляет практически разные сегменты финансового рынка.